Добрый день, подписчики SpaceTuning Class. Зачастую владельцев автомобилей не устраивает их штатное освещение. И поэтому по многочисленным просьбам в комментариях мы бы вам хотели показать вот эти универсальные стадионные фары, которые подходят также на УАЗ Буханка, Хантер 469 и Нива, и любой другой автомобиль, чей диаметр фар составляет 7 дюймов. Сейчас давайте их подключим и рассмотрим уже более детально. Данные фары подходят на любой автомобиль с диаметром фары 7 дюймов. Они имеют влагозащиту и допускают погружение под воду. Фары включают в себя ближний свет, дальний свет, дневные ходовые огни и поворотный сигнал. Общая мощность составляет 105 Вт. Цветовая температура 6000 градусов по шкале Кельвина. Рабочее напряжение питания 12-36 Вт. Срок службы составляет примерно 50 тысяч часов. Влагозащищенность по стандарту IP68. Ну а заказать эти и другие стадионные фары вы можете на нашем сайте spacetuninguaz.ru. Все ссылки я оставлю внизу в описании. Доставку осуществляем любыми транспортными компаниями и почтой как по всей России, так и по миру. Ну а по всем остальным интересующим вас вопросам пишите нам в комментариях, либо звоните на бесплатный номер 8 800 350 70 56. Ну а на сегодня у нас все. Всем удачи, всем пока. SpaceTuning УАЗ – это более 10 тысяч запчастей и тюнинга на все модификации УАЗ в наличии и с доставкой прямо со склада по всей территории РФ и стран СНГ. С нами вы найдете высокое соотношение цена-качество и гарантию на товар. Все ссылочки и номер для связи по всем вопросам вы сможете найти в описании.